Короче, ребятки, всем здорово. Не знаю, кто-нибудь видел это видео или нет. Короче, просто пиздец, какая слабая сборка для компов. Вот, я ее, кстати, подделал. Вот, у меня нету просто возможности записать самого, короче, компа. Так, чисто вам видосик прилагаю к этому. Откуда я брал сборку, я ее подделал прям под себя, она охуенная, просто на моей трантайке, блять, когда я включаю хром, музыку врубаю из ВК, у меня спокойно, типа, где-то, ну, 120-130 FPS. Когда я просто без сборки это играл, у меня 60-80 с просадками, 30-ник вообще был, короче, сборка охуительная. Просто смотрите, что тут, как, где, кого, ссылочку на скачивание я оставлю в описании. Просто отключаете, ставите дефолт, все, спасибо. Далее, чем эта сборка так уникальна? Здесь есть такой плагин, который позволяет регулировать дальность прорисовки тумана прямо в игре. Прописывается. ДТ — это дальность прорисовки. К примеру, ставите 100. Видите, у вас уменьшается прорисовка, и FPS, соответственно, прибавляется. Также туман. Можете поставить его через команду /fd. Можете любое значение поставить. Минус 100, минус 50, абсолютно любое. Лод — это прогрузка объекта. К примеру, ставить LD 40, и у вас убираются объекты. Прибавляете, соответственно, объекты у вас прибавляются. Но я советую ставить 100, потому что это самое нормальное. У вас как бы, ну, ничего не мерцает, у вас все красиво, все как есть. Ну, блядь, сказал, не мерцает, потому что мерцнуло. Ладно, хорошо. Короче, 100 ставить нормально, потому что я вот 100 сам играю, и меня устраивает. Только это у меня появилось, по сути, ее быть не должно. Вот. Ну ладно, не суть важно. Также есть у нас TimeSus, нажимаете на кнопочку тильда, или ее, не знаю, как она называется. Короче, прописываете FPS, к примеру, у вас справа сверху отображается FPS. Различные команды, которые тут в сам функции работают, можете тоже прописывать, сам функцию в вашем распоряжении. Графика у нас в виде TimeSus и Color Mode выполнена в темно-фиолетовых тонах, мне она очень нравится, очень классно смотрится после игры на ярких фиолетовых сборках, она мне поднадоела, и я поставил вот такую вот красивую графику. Также эффекты от авто, смотрите, никакой грязи из-под колес, ничего лишнего, только дым, только уважение и так далее. Ну вот, в принципе, все красиво. Блять. Да, все по красоте. Можно спокойно на ней дрифтить, кататься на тачке. Также Клео, которая позволяет машине не тормозить на маленькой скорости. Ну, в общем, фиксы, которые я ставлю в каждую сборку. Дальние карты и так далее, вот тут все. Если у вас прям капец какая жесткая микроволновка, вы можете эту сборку просто настроить, не знаю, вот так вот, и вы просто на каплах будете с любым компьютером в преимуществе, у вас будет много FPS. В принципе, все вроде как показал, каплов, наверное, не будет, потому что... Такое еблан, надеюсь, вы перемотали, конечно, видос, что видос-то, короче, ссылочка есть в описании на этот, на эту сборку, короче, я все сделал под свою пекарню, блять, вы сможете переделать, есть команды /dd, /fd, блять, вся хуйня, не надо доебываться до меня в комментариях, если вы внимательно смотрели мой видеоролик, а я включал этот видеоролик, то вы нахуй все сразу поймете, и не надо до меня доебываться, всем пока-пока, нахуй.